30 років тому сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства. Ім'я їй – Чорнобиль. Що знають люди про цю трагедію та як ставляться до неї? Коли взорвався реактор, проходили ще в школі, я вже давно працюю, вже роки як 3, і все. Якби в школі ми проходили евакуацію, все таке, учили нас цьому, ну, я сподіваюся, такого більше не повториться. Бахнуло хорошо. Плохо нам стало всім. Є родственниця, вона десь в Херсоні, ну так далеко, вони там теж жили. В чому стояли, в тому і вийшли, сіли в автобус і вивезли. Я про аварію почти нічого не знаю, тому що я був в це час далеко на севері, тому я не можу нічого сказати по цьому поводу. То, що це скривалось властями, люди вийшли на демонстрації, і нікого нічого не предупредили. Якщо б все було по-другому, було б менше жертв. Что я могу сказать? В это время у меня сын родился. Вот. Мы не знали ничего об этом. По солнышку ходили. Как раз погодка вот такая хорошая была. Первое время как бы никто ничего не говорил, что там они пострадали, не пострадали. Но давали пайки, там масло, еще продукты, все. А потом все это затихло. Потому как это надо было всем давать, всей Украине. Потому что оно ветром понесло кругом. Вот. Никто ничего не обнародует. Люди остались в Чернобыле, живут, до сих пор живут. И слава Богу. Очень плохо управляли той страной, в которой это случилось. Это самый короткий ответ. Я уже в том возрасте, когда у меня все мои друзья и знакомые попали в это дело. К сожалению. При мне было все. Рассказать. Узнали позже, дней на 6 или на сколько нам сообщили об этом. Ну, в общем-то, знаю, что это проблема нашей страны. Я знаю, что это проблема. Слышала, что вроде бы президент договорился в Японии, там деньги дали на укрытие этих отходов от этих ядерных. И, в принципе, собирались делать новый саркофаг. А, наверное, скоро будут делать. Надеемся, что будет все хорошо. Если честно, мало знаю, что. Знаю, что только там черная земля осталась после аварии. Мало кто там живет. Ну, в принципе, все. Я знаю, что сестра моей жены была беременная на параде в то время в Киеве. И правительство не сообщило об этом. И есть последствия. Поэтому действия правительства в этой ситуации были весьма негативны. Поверхностно знаем, что произошла такая беда у нас в стране. В легенду какую-то мистическую, чтобы туристы приезжали, больше вот так, а не как к трагедии относятся. Уже больше оно преподносится даже со стороны телевидения. Это как-то больше сделает шоу, какую-то картинку. Ну что, там Не нравится. Ну конечно нет, там нет жизни, люди, то есть огромная территория просто так вот пустует. Чорнобиль – це частина історії і урок не тільки для України, а й світу. Тому не забуваємо, щоб не повторити.